Сейчас мы тоже зайдем с вами в легендарное местечко. Я не знаю, как это назвать, короче. Ну, проходная дрянь, я не знаю, что такие. Нас почему не фокусируется? Фокусировочка пошла, все. Пошли. Ну, вы видите вживую, да, сейчас. А, значит, здесь у нас наскальная надпись. Можно оставить привет маме, там, другу, подруге. А здесь же находится, кстати, ну, выход на Невский, прямо если закрыть парадную, просто вот парадная розетка, все. Это такой проходной, как бы, не знаю, коридор, что ли, да, сквозь дом, да, такой вот. Это вот у нас вверх жилой идет. Это узбек, короче. Несколько недель бил всякую разную, что на помойке нашел. И делал. Причем я помогала это делать тоже, прикинь. Мы просто знали, мы тут все тусовались, короче, это было, ну, это было круто. Мы вот это вот все как бы собирали тут, ему помогали, потому что узбек, короче, покуривал хороший всякой хуйни и угощал нас. И мы как-то прошли мимо пьяные, всегда ходили этим двором. Он был просто, ну, не покрашенный, вот такой в красном кирпиче, так он был вьемщин. Всегда здесь было темно и некрасиво. Но вот этот узбек, в общем, решил вот это вот все как-то сделать. Он был дворником здесь местным, и он курил коноплю. И мы с ним курили, блядь. Он у нас иногда брал, мы ему иногда помогали. И такую штуку мы сделали. А потом, чуть позже, здесь открылось тако. Тако, это я не знаю, сейчас открыто, нет. Вот, открыто, все отлично. Здесь буррито делают и всякие штуки. Охуевшие, вкусные, пробовала, знаю. Так что заходим и попадаем в такое же. Длинный такой, узкий этот, как его, скажи мне, и я тебе скажу. Вот так он выглядит изнутри, да, вот смотри. Прикольная такая локация. Сейчас, секунду, я сфоткаю. Оп, так, вот. Я рекламирую прям это таку. Они мне не платят нахуй, но я вам скажу. Это Невский 124, да, вход всегда открыт. На развилке вот на этом, ну, кто запомнил, тот. Это так вот там написано. С любой стороны видно. Проходим через проходной двор, он всегда открыт. Ко второй, с Невского. Сразу попадем с вами на вторую.